Ну вот, подъехали на рыбалку. А здесь место занято. Все занято. Придется ехать дальше. Ладно, дальше поедем, да? Да, давай, это уже солнышко вон низко. А эти, Саня-то говорит, они вечером ловили, ночь спали и утром. Как он, так тебе сказал, да? Ловили-то они. Говорит, вообще днем ловили. Дальше можно уехать попробовать, может там свободно. Что, свободно вроде бы просто? Вот да, просто как-то. Ну, значит, как просто не тот приезжал. Там они были вот? Нет. Дрова вон туда. Меняем тогда место дислокации. Все, занято тут. Дальше тоже. Сейчас перекусим да перекинем. Кипишь? Клёва нет? Нет, сижу, мне даже сон какой-то приснился. Теперь не помню даже сон из-за тебя. Обломал, блин. Ни у кого не клюет. Все пошли чай пить. Будет клевать завтра на том берегу.
Вот у вас. Дождик обещали. Не знаю, будет, не знаю, не будет. Лучше бы не было. Да уж. Лучше, чтобы не было. Я сейчас всех буду вас облавливать. Давай. Будем рыбу ловить. Что, хватит уже. Мозги-то. Спасибо. Вот. Блядь. На грузаке иногда ревизию делать. Я один раз, короче. Рыбалка была, что-то катушки. Смотри, ручек у меня целых. А у меня ручек запасных, смотри, сколько оказывается. Нифига. Меня жаль. Мне померещилось. Я уж пошел к тебе узнать, куда ты там провалился. Смотрю, ты там завис, что-то колдуешь, колдуешь. Надо кастрюлю вот помыть пока. От бока. Мочалку сорви. Чего? Мочалку он сорви на берегу. Что? Хорошо мочалкой отмывается. От бока. Не отмокло еще? Нет.
Ну ладно, что, рыбу на подходе, ждем. Сейчас поклёв. Ой.